President Putin and members of the media, it is truly a great pleasure to welcome President Putin to India. We have met twice at the opposite end of the world, in Brazil and in Australia. I'm honored to host him. Рады, что господин Путин приехал в Дели для ежегодного саммита. Начиная с начала 2000-х годов, он является одним из инициаторов нашего партнерства. Он участвовал в первом саммите России и Индии в 2000 году. В ноябре 2001 года состоялся саммит в Москве, и я там присутствовал, участвовал в подписании одного из соглашений. Президент Путин — лидер великой нации, великого государства, с которым нас связывает глубокая дружба и доверие. У нас стратегическое партнерство, которое не имеет себе равных. Мы пользуемся поддержкой российского народа, и мы это высоко ценим, поскольку даже в самые сложные времена российский народ поддерживал нас. Они поддержка и опора для развития безопасности Индии и ее позиции в международных отношениях. Индия тоже всегда поддерживала Россию, когда та переживала сложные периоды. Сейчас мы видим, как архитектура международных отношений меняется. Однако значение этой нашей дружбы с Россией и приоритет, который мы отдаем во внешнеполитической стратегии, не изменится. Мы надеемся, что наши отношения в будущем будут развиваться и углубляться. Россия — один из главных партнеров Индии на протяжении нескольких десятилетий. В частности, мы сотрудничаем в авиационной сфере и в сфере обороны. Россия остается нашим самым важным партнером в области обороны и безопасности. Мы проводим совместные военные учения во всех родах войск, вооруженных сил за последние полгода. Вместе с господином Путиным мы обсудили перспективы новых оборонных проектов, также говорили о том, как приспособить наши отношения в области обороны и безопасности к индийским потребностям. Я рад видеть, что Россия предложила Индии построить самые продвинутые вертолеты. Кроме того, Индия может также использовать эти вертолеты не только в военных, но и в гражданских целях. Я также предлагаю России рассмотреть возможность производства космических компонентов также для оборонных, для нужд российской обороны в Индии. Я считаю, что энергетическая безопасность — это самое важное, в частности, для Индии, для ее развития и трудоустройства. Россия оказывает нам партнерскую поддержку в этой области. В частности, АЭС Куданкулам
Я рад, что этот проект развивается. Уже она работает на 20% нынешней мощности, предоставляет, простите, 20% всех мощностей ядерной энергии в Индии. Мы предполагаем запуск трех оставшихся частей произвести в ближайшее время. Перед Индией расстилается большое будущее в области ядерной энергетики. У этих ядерных реакторов будет самое высокое, они будут соответствовать самым высоким стандартам безопасности в мире. И все ее компоненты и составные части будут производиться в Индии. Россия — главный источник углеводородов в мире, а Индия — один из крупнейших импортеров этой энергии. Однако, невзирая на нашу близкую дружбу, наше партнерство в этой области пока не слишком удовлетворительно. Но сегодня мы начали новый этап развития. Мы поставили себе амбициозные цели для развития нашего партнерства в области природного газа и нефти. Мы приняли ряд соглашений и договоренностей, которые также отражают наши позиции, согласно которой экономические отношения составляют основу стратегических взаимоотношений. Кроме того, близкие гуманитарные контакты, развитие отношений в области культуры и туризма также очень важны. Я благодарю президента Путина за его поддержку более тесных отношений Индии с Евразийским экономическим союзом. Международный транспортный коридор будет способствовать нашим более плотным отношениям. Мы используем новый инновационный подход к экономическим отношениям. Президент Путин сказал, и я с этим согласен, что это поворотный момент в глобальной политике. Наше партнерство и уважение друг к другу, интересов друг друга, будет особым ресурсом для обеих стран. Я сожалею о том, что произошло недавно в Чечне, о людях, которые потеряли свои жизни. Это еще одна наша проблема, с которой мы должны бороться вместе. Это борьба с терроризмом, экстремизмом и поддержание мира и безопасности в Афганистане. Это сотрудничество с целью создания сбалансированного и процветающего азиатско-тихоокеанского региона, а также сотрудничество во имя развития в других странах, таких институтах и организациях, как БРИКС, Восточно-Азиатская ассамблея и Большая двадцатка. Это уже 11-й саммит, на который приехал господин Путин, и для меня это первый саммит. И на этом саммите я еще раз понял, что наше партнерство необычайно сильно и перспективно. Я уверен, что наше двустороннее сотрудничество, как и сотрудничество на международном уровне, поведет нас к новым вершинам в течение нескольких, многих лет. Спасибо большое. Уважаемый господин премьер-министр, уважаемые дамы и господа, ladies and gentlemen, friends. Господин премьер-министр упомянул о том, что он в 2000 году был в Индии. Он был частью индийской делегации к России.
And I'd like to say that since that time we've been acquainted with Prime Minister, and I'm very pleased that we have an opportunity to continue our cooperation now that he acts in a new capacity as head of the Indian government. Today we have had very substantive and constructive talks on the whole gamut of Indian-Russian talks. I'd like to say that we are mostly content with how this visit has been conducted, and мы обменялись мнениями по ключевым проблемам международной и региональной повестки дня. Последовательное углубление сотрудничества с друзьями из Индии для России – безусловный внешнеполитический приоритет. Наши двусторонние отношения уже вышли на уровень особо привилегированного стратегического партнерства и продолжают динамично развиваться. Основными направлениями дальнейшей работы по широкому взаимодействию мы занимались сегодня в течение первой половины дня, и они все отражены в совместном заявлении. Мы намерены углублять политический диалог, укреплять деловые связи и научно-техническую кооперацию, продвигать гуманитарные контакты, которые на протяжении многих-многих десятилетий сложились между нашими народами. Особое внимание в ходе встречи было уделено актуальным торгово-экономическим вопросам. По итогам 2013 года товарооборот достиг 10 миллиардов долларов, но мы считаем, и это очевидный совершенно факт, что этого совершенно недостаточно. Мы детально обсудили практические меры по диверсификации взаимной торговли и дальнейшему наращиванию инвестиций. Условились стимулировать компании наших стран к более тесной взаимной совместной работе. Активнее переходить на использование национальных валют во взаимных расчетах. Новые перспективы для российско-индийского сотрудничества появится после начала функционирования с 1 января 2015 года Евразийского экономического союза. Господин премьер-министр упоминал сейчас о возможности выстраивания особых отношений между Индией и Евразийским экономическим союзом. Мы договорились о том, что продолжим консультации по заключению договора о зоне свободной торговли. В двухстороннем формате договорились энергичнее поддерживать совместные высокотехнологичные, индустриальные и научные проекты. Будем содействовать созданию индийского оператора мобильной связи. С интересом относимся к индийской инициативе строительства промышленного коридора Дели-Мумбаи, предусматривающей сооружение современной инфраструктуры и инновационных предприятий. На проектную мощность вскоре выйдет сборочное производство бульдозерной техники. В будущем году в штате Гуджарат, а это родной для господина Моди штат, при содействии компании Сибур Холдинг запустим один из крупнейших в мире заводов по выпуску бутилкаучука. В свою очередь намерены поощрять участие индийских компаний в формировании индустриальных парков на территории Российской Федерации, в развитии фармацевтики, в производстве удобрений, угольной промышленности. Предлагаем индийским партнерам продукцию нашего гражданского авиастроения, в частности самолетов Сухой Суперджет 100 и МС-21. В области мирного космоса готовы сотрудничать в разработке низкоорбитальных аппаратов и использовании системы спутниковой навигации ГЛОНАСС. Особо выделю масштабные перспективы взаимодействия в энергетической отрасли. Господин Моди об этом сегодня тоже сказал. С помощью России в плановом режиме возводится атомная электростанция Кудамкулам. Первый энергоблок введен в эксплуатацию. В скором времени планируем приступить к сооружению второй очереди АЭС. Только что подписан принципиально важный документ – стратегическое видение укрепления российско-индийского сотрудничества в мирном использовании атомной энергии. В нем определены планы по строительству в Индии более 20 атомных энергоблоков, сотрудничеству по сооружению АЭС по российскому дизайну в третьих странах, совместной добыче природного урана, производству ядерного топлива, утилизации отходов.
Тем самым закладывается основа для долгосрочного, подлинного, взаимовыгодного сотрудничества в атомной сфере. Хочу подчеркнуть, что в этой области мы перешли к другому уровню сотрудничества. Это не просто торговля услугами или товарами, или даже технологиями. Это создание целой отрасли, новой отрасли для Индии. В нефтегазовой отрасли «Роснефть» и «Газпром», наши крупнейшие компании, вместе с индийскими коллегами готовят проекты по освоению российского арктического шельфа, расширению поставок сжиженного природного газа. Россия и Индия давно и плотно взаимодействуют в сфере военно-технического сотрудничества. Причем речь уже идет не только о поставках готовой продукции. Мы вышли на уровень тесной производственной кооперации. Реализация ракетной программы «БРАМОС» – яркий пример такого сотрудничества. Отмечу также, что проекты совместной разработки многопрофильного, многофункционального истребителя и многоцелевого транспортного самолета – это еще один шаг в нашей совместной работе. Хорошие традиции накоплены нашими странами в области гуманитарных связей. В прошлом году в 11 городах России с успехом прошел фестиваль индийской культуры. В этом проводим в Индии фестиваль российской культуры. Условились и в дальнейшем оказывать всестороннюю господдержку общественным, спортивным, туристическим обменам между нашими гражданами. Важное место на переговорах занимала международная проблематика. Наши подходы к ключевым глобальным и региональным проблемам во многом совпадают или очень близки. Выступаем за совместную работу по урегулированию ситуации в Сирии и Ираке, стабилизации положения в Афганистане, за создание новой архитектуры безопасности и сотрудничества в азиатском регионе. Намерены продолжать тесную координацию в ООН, БРИКС, ШОС, других организациях. Активная совместная работа в этих форматах как никогда востребована в нынешних непростых условиях. Помимо переговоров с господином Моди, программа пребывания в Индии включает и другие важные мероприятия. И встреча с президентом Индийской Республики, и встреча с руководителем партии «Индийский национальный конгресс». Кроме того, вместе с премьер-министром Индии мы проведем дискуссию с представителями российских и индийских деловых кругов. Примем участие в открытии Всемирной алмазной конференции. Вот господин Моди уже сказал, что это тоже важное направление сотрудничества, имея в виду, что российская компания «Алроса» сегодня является первой в мире по добыче алмазного сырья, а Индия является первой страной по объемам обработки алмазов. Уверен, что столь насыщенный визит позволит придать импульс дальнейшему укреплению многоплановых отношений между нашими странами. И у нас есть, конечно, вещи, проблемы, которыми мы давно занимаемся и которые представляют взаимный интерес с точки зрения обеспечения безопасности наших стран, в том числе имею в виду и борьбу с организованной преступностью, и с терроризмом, и с наркотрафиком. В заключение хотел бы подчеркнуть, мы весьма дорожим дружбой, доверием и взаимопониманием с Индией. Будем делать все для развития российско-индийского партнерства на благо наших двух великих держав. Признателен господину премьер-министру, всем индийским коллегам, всем нашим друзьям в Индии за традиционно теплый прием и по-настоящему дружеское гостеприимство. Благодарю вас за внимание. With that, we come to the end of this event. A joint statement, Druzba Dosti, a vision for strengthening the Indian-Russian partnership over the next decade.